Проведите каникулы с пользой. Для люберецких школьников организовали открытую тренировку с мастер-классом по жиму штанги лежа. Со спортсменами пообщалась наша съемочная группа. В здоровом теле здоровый дух. Для Эдуарда Конеева это не просто крылатое выражение, а девиз жизни. Ученик 5-й гимназии спортом занимается с раннего детства. Открытая тренировка – это повод пообщаться с друзьями и с пользой провести время. Когда ты ведешь здоровый образ жизни, ты более красиво выглядишь, у тебя больше энергии. Соответственно, ты сможешь достигать своей цели. А просто пролеживая всю свою жизнь на диване, я думаю, в этом нет смысла. Учился юноша быть сильным духом у Андрея Сухарева. Мировой чемпион по пауэрлифтингу лежа выполнил жим штанги весом 360 килограммов. А тем, кто хочет профессионально заниматься спортом, дал несколько простых советов. Сразу ничего не получится. Должна какая-то быть цель. Если у человека есть цель, то он к ней идет постепенно. А быстро к этому приводят только травмы. Для этого даже просто необходимо перед началом своих тренировок взять бумажку, встать на весы, написать, что я от пола первый раз сажался 30 раз, или 20, или 10 раз. И посмотреть через 2 месяца то же самое. Открытую тренировку провели в рамках акции «Каникулы с общественным советом». Регулярно организаторы встречаются со школьниками и устраивают спортивные мероприятия. Основная задача нашей акции – это обратить внимание и привлечь молодежь к спорту. Многие из этих ребят, на самом деле, как практика показывает, ни разу в жизни не были в подобных заведениях. Вот, и многие в этот момент, так скажем, для себя открывают что-то новое. В ближайшее время в рамках продвижения здорового образа жизни члены общественного совета организуют футбольные матчи «Зарядку», которую проведет сотрудник правоохранительных органов. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.